вот и улочки приплыли. Вон сельзень. Такой весь интересный. Красава. И улочка такая интересная тоже. Сейчас поплавают. У них потом яички и утятки маленькие будут. Да, уточки. О, вон они, красавцы. Утя. Как они? Васька такой думает, что ерундой ты занимаешься? Сам смотрит на них. Интересно ему на уток смотреть. Да, Вася? Ой, господи. Да. От одного карасика поймал. Больше пока не клюет. Ну, карась сейчас икру метает. Поэтому получается, что он занят своим делом. Кто-то носачок его ловит. Но это не ловля. Это убийство конкретное. Пусть шайка, говорится, рожает. Нельзя. На удочку какой-нибудь глупый попадется. И то ладно, хвала Господу. Ну вот, а все остальное не наше. Все остальное не наше. Такие вот дела, ребятки. Денек сегодня будет прекрасный. Будем траву косить у себя в огороде. А дуванчик прет. Уж пора картошку садить. А дуванчик прет, а картошку куда садить-то, земля-то? Вода стоит. Надо рис сужать. Рис. Вот так вот, ребята. Ладненько, храни вас, Господи.